Привет, друзья, с вами Марк и Володя, мой компаньон. Мы хотим коротенькое видео записываем о результатах его за 4 месяца. 4 месяца, 4 да? 4 месяца, да. 4 месяца мы в бизнесе с BitClub Network, и было вложено здесь $2000, я не ошибаюсь, да? Акция номер 3. Которые, и вот мы сегодня хотим посмотреть, сколько у нас было заработано за эти все 3 месяца и каким образом происходит окупаемость. Значит, вот мой заработок мы видим здесь, он составляет 0,22, 0,82. Когда мы берем наш максимум и делаем подсчет, то есть это получается почти $1000 за минусом $2, правильно? Да. Вот. Значит, что мы посчитали? Значит, у нас получается, что рентабельность, то есть окупаемость нашего бизнеса фактически через еще 4 месяца, 8 месяцев. За 8 месяцев 100% окупаемость бизнеса. Да. То есть оставшиеся у нас будет, мы посчитали сколько? 750 дней. За оставшиеся дни, если даже биткоин будет в той же цене, что сегодня. Он сегодня составляет его стоимость $4520. Значит, будет заработок более $6000, да? Приблизительно 6200. Да, за один майнинг. Да, и это учтите, это всего одна акция. Это не какие-то дополнительные. Здесь не было, это просто инвестирование. Здесь не было привлечения пока других людей. Потому что, в принципе, ничего не было. В принципе, если мы возьмем и сравним это с обычным бизнесом, который это есть, но я еще не слышал бизнеса, который, скажем, открыли кафе, открыли магазин, открыли там какую-нибудь забегаловку, значит, вложили там $100000, да, как минимум, да, но чтобы за 4 месяца окупилось все, я такого еще не слышал. Да, обычно это занимает лет 5. Вот, поэтому вот еще одно доказательство, мы просто сегодня вместе сели в кафе выпить по пиву, поговорить, пообщаться, и не удержались, чтобы не сделать это коротенькое видео и всем показать, насколько интересен этот и выгоден наш бизнес. А другие аспекты бизнеса вы можете посмотреть на моем канале, ссылочку я оставлю внизу. Вот, ну все, друзья, пока-пока, с вами был Марк и Володя, мы еще будем с вами на связи, будьте здоровы.